now. Weston Kingston. I'm going into Seaview Gardens. All Jamaicans, hand in the air.
Standing in the Буги, а у тебя есть майка и трусы? Буги, ты вот? Standing in the Так, я тут. Отлично. Слушай, что я думаю, нам-то надо, в принципе, апнуть... 79-й. Зачем? Ребята, я уже это... Если ты будешь на пал поставить сюда второй этот, то без проблем. Ну, смотри, просто я думаю... Так, что это такое? О, Миш, привет. Да? Миш, у тебя есть майка, трусы? Я бы майка. Лишняя какая-нибудь. Смотри, короче, у нас нам-то надо всего там 59-60 уровень. Чем нам больше-то? Для чего? Ну, мы посадим их на во втором нейме. У меня брага 79. Ну, и 59 будет в этот... Как я называю это? Господи. Я понял, что это. Чтобы нам не это не мается. Давай, ё-мо. А этих доведем до 79-го там. Но мне вот пало тупо до 79-го довести. Как же он называется, когда пати вылазит? Слово такое. Шара. Шара, точно, шара. Точно. Шара. Так, все, у нас не лагерь, фига не лагерь. 80 лагерь, типа. 180 так спит, вообще, это не шутки. Ага, нормально апаемся. В принципе, мне уже 58-й. Я 60-й. На 59-м можем их сажать и уже идти фармить нормально. Оп, мавка. Я бы взял чипа обои, что может мало ли что. Давай. Сейчас вообще изи, просто. Так, фейс. А, пофигу, не буду раскидывать скиллы, все равно потом. Скидывать. Ты все взял, что хотел, джоба? Да я, мне без разницы, джоб, не джоб.
Мне посадить просто его. А потом я ему скину, если в пати куда-то пойдем. Да и плюс ко всему сейчас вон Кулька с Колей качаются. Мы когда в пати пойдем, мы возьмем Колю как круза, он хорош на танках. Так что сегодня, если пойдем, то это не понадобится нам. Мой пау. Сходим в этот, в... Так, одну секунду. Settings. Нет, все стоит. Странно. Сходим в тот же Абис. Магнисеты себе навыбиваем. Все. Там шоше нужно, проб, там нужно вообще прям. Ну, а, блин. Я же не в гильдии, черт. Знаешь, либо у нас есть линкер, есть у нас? Нет. Просто, ну, 65-й это мы точно возьмем. Вот, 65-го можно надеть полностью сет. Магнис. И с магнисетом уже что угодно делать абсолютно. Мне нужен фрикис шузы. С этим парком муфтером. Блин, я не помню, что ему одевал. Потому что ходим блезинка плюс поэтому муфлер. Да, я знаю, да. Я просто не помню, что я одевал ему, когда фармил. А там уже скелетом манто нужно, потому что он дает стрэндж и лак. А, точно, там декс и лак, наверное, да, нужен на... Там код квест на него. Нужно этот. Не, я просто... Блин. Готовая. Да пошел ты нафиг моих мобов убирать. Там же получается на Сатан, там по билду 66 декс, вот это я точно помню. Еще 66 то ли инты, то ли лака надо. И остатки, по-моему, в СТР. Или в Виту. Где-то я видел этот билд. Вот, соответственно, там этот... Ну, запоминаешь, как Map of the Sun. И погнал. Так. Ну, я, в принципе, 63-й, я не знаю, тебе счет надо, нет? Ну, по сути, меч нужно 2 джоба взять. Ну, давай возьмем 2 джоба. Может, либо спать и выйти, я быстренько возьму. И пойдем, возьму старый лада. А, так ты еще даже не 50-го, что ли? Нет, что? Я думал, ты так впитываешь. Нужно 50-м брать. Так, ладно. Сейчас я ливаю. Все, я ливнул. Собираю, я пока посажу тогда у варпа его. Да-да, сразу посади, надо идти. Неудобно, неудобно, неудобно. Сюда, давайте. Ты курицу ему возьми сразу. Да курица это не проблема, я просто думаю... Мне с ОБСом неудобно просто переключать. Думаю, как это лучше сделать. А чтоб типа следить за ним? Ну, у меня окна... Да что, будет 3 окна, охренеть. Да их посадишь там, без разницы. Привет, Нобл. Онлайн на сервере в данную конкретную...